Сегодня у меня самый необычный день, я кормлю страуса. Первый раз я решила не рисковать и класть яблоки на полку. Второй раз решила его покормить через клетку. Он мне даже прикусил палец, это было неприятно. Кстати, я была так удивлена, что он ест капусту. Ну а третий раз я прям рисковщик. Кормила я его без ограждения. Слава богу, пальцы все на месте.